Предприятие наводить марафет начали еще с пятницы. Для уборки прилегающих территорий на рабочих местах вышли трудовые коллективы завода КПД и Белшины. Прибрались и в лесопарковой зоне Полынькова, а также от Кольца до Вечного огня. 5 октября к масштабной акции чистоты присоединились другие организации Первомайского и Ленинского районов. Наша задача первая. Значит, мы произведем санитарную уборку с улицы Московской по улицу Минскую. Второе, в этом мы видим общение. Все вышли по зову сердца. Наше предприятие, хотя находится на улице Карла-Либкнехта 11, у нас участки, как и в Ленинском, там и в Первомайском районе. На этих участках наши работники выйдут и тоже примут участие в субботе. Сотрудники теплоэнергетики привели в надлежащее санитарное состояние прилегающие и закрепленные территории. Урицкого вдоль проезжей части по обе стороны зияет чистотой. Для работы только на этом участке вышло порядка 60 работников, в их числе и ветераны производства. Мы же тоже жильцы нашего родного города. Чего? Тем более ветеран. Сейчас уже огороды, дальше практически работа закончилась. Почему бы не участвовать в вот таком мероприятии? Мы в коллектив свой родной пришли, заодно встретились и с удовольствием работаем. На отрезке Орджоникидзе-Лынькова трудились специалисты ТАИМ. Порядка 40 человек убрали опавшие листья, подмели территорию. Некоторые приходили целыми семьями. С собой взяла своего ребенка. Вот. Ей очень понравилось. Я надеюсь, что это сплочает коллектив, это пойдет на благо не только нашего предприятия, но и города. Приятно, когда люди приезжают с других стран, допустим, даже в масштабах нашего города, нашей страны, и смотришь, слушаешь, читаешь, и когда говорят, что Беларусь сама по себе красивый город, там Бобруйск в том числе неоднократно отмечали, что отличается своей чистотой, порядком. Ну, знаете, это же приятно, как для любого человека и гражданина нашей страны. Я всегда за субботник, никогда не отказываюсь. То есть, ну, если есть возможность, желание, в принципе, всегда есть. Мы убираем сквер «Беларусь резинотехника». Сквер находится на центральной улице нашего города. Он, кажется, небольшой, но все-таки 5,5 гектаров. Все деревья широколистные, много листвы, много веток. Поэтому это лицо нашего города, улица Минская. И хочется, чтобы она была чистая. Все коллектив со всех подразделений сегодня вышел на уборку. И хочется сделать город чище, краше, ярче. Субботник не просто уборка, но и хороший повод для теплых встреч с коллективом, активного времяпровождения с семьей. Внести свою лепту в общее дело никогда не поздно. Елизавета Житкова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.